В Упорово провели конкурс творческих работ, изготовленных в стиле тюменских ковров. В проекте местного совета ветеранов войны и труда участвовали жители района. Все работы разместили в музее. Характерные рисунки ковров подошли многим другим предметам – мебели, кухонной утвари и одежде. Выставка тюменских ковров – это вообще эксклюзив. Такие мастера, мне работы вообще все понравились. Ну, так, особенно вот это вот последнее. Такие сочетания цвета, такие насыщенные. Одним из победителей конкурса стал Виктор Белиндер. Педагог Упоровской школы изготовил шаль с изображением роз. Он отметил, что творчество помогает восполнять жизненные силы. Вязанием занимаюсь давно и открыл для себя такую формулу. Особенно для нашей нервной работы это вообще такое замечательное занятие, которое снимает усталость, стресс. Я вообще стал спокойным.